сказочку. Из клипа. Тут уже фантазия включается, и вы фантазируете, насколько вам позволяет, естественно, ваше умение и ваша, как говорится, фантазия. Зацепила голову. Ничего страшного. У нас не бывает отходов, у нас всегда авторские работы получаются. Сейчас на этом этапе мы только уже начинаем что-то фантазировать. Есть такой инструмент цикля, я начинаю выравнивать, собирать все излишки глины, которые мне не нужны. Ну, тут всякого нужно. Вот могу сделать такой вот как бы с напуском, вот такой вот горлышко мне появится. Да, все гончарные инструменты, они позволяют. Ну, когда вытягивается изделие, вы регулируете, там больше, меньше делаете. Центровка происходит всегда на максимальной скорости. Когда изделие большое вытягивается, скорость немножко убирается. Осталось мне вот тут низ подрезать немножко. Стеком деревянненьким я вот это вот убираю лишнее. Могу срезать побольше, смоделировать изделие свое, сделать узорчики. Видите, получается как. То есть все.